В регионе появилось региональное отделение общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Ненецкий округ стал 84-м субъектом, в котором предприниматели объединяются для совместного решения проблем. Всего под эгидой «Опоры России» объединено более 450 предпринимателей, 95 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий. Продолжение дальше. Решать любые проблемы легче сообща. Теперь и у окружных предпринимателей появилась такая возможность. В региональном отделении «Опора России» бизнесменам помогут разобраться в юридических и законодательных вопросах, справиться с притеснением и неправомерными проверками со стороны контролирующих органов, получить финансовую поддержку. Финансовая поддержка предпринимателей там, с помощью инструментов венчурного фонда, да, там, это изменение законодательства, как федерального, так и регионального, да, которое позволяет предпринимателям лучше отстаивать свои права, какие-то законные интересы. На первой учредительной конференции решено организации в нашем регионе быть. Теперь окружные бизнесмены – часть огромной семьи. В нее входят более 450 предпринимателей, 95 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий из 83 субъектов России. Региональное отделение на ближайшие 4 года возглавит Армен Петросян. Мы хотим, во-первых, создать конструктивные мосты между властью и бизнесом, для того, чтобы власть нас услышала, в первую очередь, ценила бы наше слово, чтобы нас понимали бы и изнутри прислушивались бы, изнутри, как лучше регулировать и развивать малый и средний бизнес. Пока организация немногочисленная, всего 7 человек, но начало большой работе положено. Ведь членство в организации оказывает поддержку не только самим бизнесменам. В будущем представителям организации предъявляется обязательное требование – желание развивать малый и средний бизнес в своем регионе, а не только получение прибыли. Алена Валей, Антон Водряков, телеканал «Север».